Дети Беларуси – ветеранам и будущим поколениям. За время своего существования этот проект стал по-настоящему всенародным, ведь в нем приняли участие тысячи жителей страны, включая брещан. А сегодня свой вклад в проект внесут сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Цель акции – передать память о Великой Отечественной войне и ее героях новым поколениям. А на святой земле Брестской крепости она приобретает особое звучание. Расскажите, пожалуйста, о сути этой акции. В чем она заключается? Ну, суть заключается в том, чтобы у кого в семьях дома сохранились монеты советского образца, прийти к нам в Брест, передать через знакомых, родственников, кто там приезжает в Брестскую крепость, опустить в шкатулку, которая уже не единожды у нас, мы должны были ее освободить, потому что монет было достаточно много. Впоследствии эти монеты передаются фонду Алексея Талая, они отливают в специальные слитки, слитки потом переплавляют в скульптурную композицию. Проект «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям» реализуется в стране по инициативе благотворительного фонда нашего соотечественника, паралимпийца Алексея Талая. Первый этап акции уже был успешно завершен в Минске. Теперь памятный знак «Живая память благодарных поколений» планируется установить сперва в Бресте, а затем и в Москве. На добрую инициативу откликнулись неравнодушные люди по всей Беларуси. Участвовали целые семьи, учреждения образования, коллективы предприятий и организаций. Силами сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области удалось собрать свой весомый в прямом и переносном смысле вклад – целых 3 килограмма монет. Самое интересное, что с инициативой участия в данной акции вышла наша молодежь, управление. Они предложили коллективу принять участие в данной акции. Коллектив у нас откликнулся, принял участие все наше управление Брестской области, а также наши межрайонные отделы Брестской области. То есть это большое количество людей. Каждый эксперт, каждый работник внес свою лепту в данную акцию, но на самом деле не столь важно, какое количество монет собрали, важно то, что каждый посчитал нужным внести свою лепту для сохранения памяти поколений. Вместе с сотрудниками участие в проекте приняли и учащиеся профильного класса ведомства, который расположен на базе средней школы номер 5 города Бреста. Мы сотрудничаем с Государственным комитетом судебных экспертиз, участвуем во множествах акций, мероприятиях и сегодня решили с классом поучаствовать в акции о Великой Отечественной войне. В моей семье сохраняют память о Великой Отечественной войне. У меня воевало 2 прадеда, и я очень горжусь этим. А мы можем гордиться тем, что в нашей стране подобные акции объединяют множество единомышленников разных поколений. К слову, в Минске было собрано так много монет, что отлитых слитков оказалось больше, чем необходимо. Их все, а каждый весом более 20 килограммов, передали в Брест. И теперь они станут частью памятного знака в городе над Бугом. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Буг ТВ.